Отомщи шутки, повести смешные, ответы едкие и замечания столь едкие в их важности забавной. Четыре маленькие трагедии Пушкина пронизаны жаждой жизни героев на краю смерти. Захватывающие истории развернутся на сцене, пожалуй, самого мистического театра страны в новом формате. Спектакль поставлен легендарным режиссером, создателем уникальной системы работы над голосом Метоника Никой Косенковой. То, что делает Ника Александровна, вещь известная, но давно забытая. И сейчас, когда ее вспоминаешь, она актуальна для нашего времени. Она осовременивает язык, как ни странно, хотя методика прошлого века. Ника Косенкова работала в различных театрах России и за рубежом. У легендарного режиссера свой подход к работе. Кроме того, Ника Александровна требует максимальной отдачи и правильного голоса. Но много нас еще живых! Живых? Прямо еще живых! Дыхание! И нам причины не отпечалиться. Держи ребра. «Маленькие трагедии» – спектакль авторский, как и все созданные Никой Косенковой. Здесь диапазон самых противоположных чувств, позволяющий сочетать сложную актерскую технику с естественностью и простотой исполнения. Мне хочется, чтобы этот спектакль близкий был, потому что Пушкин нам чрезвычайно близок. Он в 19 веке давал язык, давал способ мышления 21 века. И, к сожалению, очень часто его ставят, что какой-то, понимаете, анахронизм. Постановки именитого режиссера всегда пользуются успехом, так что пермский зритель будет приятно удивлен.